дорогие подписчики, гости нашего канала, кто просто зашел к нам на минутку. Сегодня у нас 20 марта, потому что сеяла я помидоры 10 марта. 10 марта я бы хотела вам показать, как они у меня подросли. Как они у меня подросли. Выскочили они у меня буквально на четвертый день. Уже, ну, я не стала снимать ролик, потому что то одно, то другое замоталось маленько. Вот, и вот сейчас я вам покажу. Вот мы сеяли с вами сахарный гигант. Посмотрите, какие они у меня уже. По два листочка у них пока. Ну, очень хорошо так выскочили. Вообще дружненько, будем так говорить. Сахарный гигант у меня было семян очень мало, поэтому вот сколько вылезло, столько было и семечек. Мало, это остаточки у меня были. Вот. А вот эти вот помидорки от моей знакомой Танечки, от мастера. Вот. Я не знаю, какие это названия, она тоже не помнит. Она мне из своих семян давала. Вот она сама садила. Ну, тут вот такие вот всходы, видите? Хорошенькие, дружненькие. Так, это значит... А это вот помидорки, я посеяла крупные. Прошлый год, кто нас смотрит, видели нам такие большие, прямо крупные томаты. Очень мне понравились они, вкусные, крупные такие. Как я еще и таблетку от жадности побольше. Вот. Ну, тоже дружно так зашли. Прям, вы знаете, просто удивили они меня в этом году. Так, и мы с вами еще сеяли. Сейчас я вам покажу. Это петруша-огородник. Вот видите, смотрите, как я их посеяла много. Но читала ваши комментарии. Вы очень хвалите это петрушу этого. Но буду садить их на улице. Высаживать буду. Господи, опять что-нибудь не так скажу. Буду делать замечания. Не знаю, как сказать. Но буду садить, садят в тюрьму, а я буду высаживать в почву, на улице. Вот, такие крепенькие они прямо, тьфу-тьфу-тьфу на них, вот такие вот томатики. Это петруша-огородник, а я его петрушка-огородник. Вот, и чудо-гроздь, вот чудо-гроздь тоже, вот видите, какие дружненькие, хорошенькие всходы. Ну, подожду, пока они окрепнут. Пока рассаживать их не буду. Пусть сейчас еще им земельки хватает. А потом по 2-3 настоящих листочка вылезут. Тогда уже буду я их пересаживать. Пока пусть они еще хуенькие вон какие. Вот. Вот так вот у нас с вами помидорки взошли. Ну, очень даже неплохо. Вот тут я палочку подставил. Что-то вот. Сахарный гигант. Один что-то заваливается, не пойму, что с ним. А я его сюда палочкой зубочисточкой чуть-чуть подперла, чтобы он не падал. Томат, это ж такая, это такая культура, что даже вот чуть переломится, его я как-то из-за ленты связала, палочку подставила, привязала, и он рос дальше, и ничего ему не делалось. Это ж вот такое, что... Так, ну что бы я еще вам хотела показать? Ну, вот петуньки мои, вот видите, тоже очень хорошо, надо их рассаживать. Красные я уже рассадила, сейчас я вам покажу. А это у меня какие? Тут они у меня в поддончике тоже. Это розовая, вот. Ну, это я прошлый год собирала со своих петуньи, кто вот в вазонах у меня были. Я семян набрала. Ну, вот посеяла, они у меня вышли. Вот это вот красное. Так, а я рассадила-то какую? Белую. Да? Вот, я рассадила белую. Вот видите, сколько еще осталось. Ну, потом поделюсь с кем-нибудь, потому что это много будет. Так, что еще бы я хотела вам показать? Я еще посеяла, показать колиус. Тоже хочу сегодня его, если получится, рассадить. Что посажу? Ну, видите, смесь это просто
Я жду, когда цвет хотя бы они покажут свой, чтобы взять такие, какие мне надо. Ну, рассаживать надо, они бедные мучаются. Ну вот, хочу их рассадить. Сколько мне надо, я себе возьму. А остальные, конечно, поделюсь, ну, кому? С подружками, с соседками. А куда их столько много? Ну вот, будем вот так вот, видите, колюсы у меня дружненько вот взошли. И уже он какие, ну, походу, как одного цвета. Ну ладно, пусть будет так в этом году, так. Следующий год будет уже, как говорится, будем уже по-другому все. Так, еще что? Я садила, сеяла, вернее, капусту. Вот видите, капуста это декоративная такая, она цветет до осени, вернее, до заморозков. Вот, 8 марта я садила ее. Ну вот у меня, так, 9-12 стаканчиков. Ну, в каждом стаканчике я садила по 2. Где-то взошли по одному, где-то по 2 капустки такие. Сейчас я вам покажу. Капустки мои. Вот такую вот капустку мы сеяли. Тоже она, как это, желтый и красный двух цветов. Ну, посеяла и посеяла. И вот, а там еще не взошли. Ну, буду пока ждать, пока они у меня там стоят под батарейкой. Вот. Ну, что еще? Сейчас покажу даже. Вот, видите, перчик. Это перчик горький. Я его самым первым садила. Считается, как домашний мелкий. Ну, хорошо растет. Видите, как вырос. Вот. Сейчас еще покажу. Баклажанчик. Вот видите, какой уже баклажанчик. Только еще март месяц. Так что он еще успеет. И хватит ему времени. Покажу. Вот. Всем пока-пока. Заходите на наш канал. Пока-пока.